Всем большой привет! Сегодня у нас воскресенье, 4 апреля. Я сегодня вновь буду снимать день из жизни. И мы сейчас вдвоем с Женей направляемся, угадайте куда? Правильно, мы направляемся в VR. На улице у нас такая погода дождливая, но нам, в общем-то, не до прогулок. А по какой причине? В прошлом влоге вы видели наши работы, так скажем, в комнате общежития. И в результате некоторых размышлений мы все-таки пришли к такому выводу, что сдавать комнату с такой кухней – это просто полное какое-то убожество. Мебельную стенку мы с мамой привели в порядок более-менее, ну хоть как-то. А кухня, она просто не подлежит никакому приведению в порядок. Ее невозможно никак не подклеить, ничего с ней сделать. Там просто отрывается пленка от фасадов, и клеить ее уже нет смысла, потому что она не только отрывается, она и потрескалась, в общем, обламывается. Ну, собственно говоря, вы сами все видели в моем видео. И там уже были изношенные и поломанные направляющие под ящики, и ящики просто сломались. Точнее, не ящики сломались, а направляющие сломались, и ящики не работают. В общем, это все никуда не годится, и мы с Женей решили поменять фасады на кухне. Сами корпуса мебели мы оставляем, а фасады нужно будет поменять. Вчера у нас была суббота, мы провели опять целый день в комнате общежития, но уже с Женей. Мы вчера разбирали кухонную мебель, то есть откручивали от нее фасады, мыли все там, перемывали опять. И сейчас мы едем в VR выбирать материал и купить необходимые еще новые направляющие. Сегодня мы опять поедем в комнату в общежитии и будем крепить направляющие. Так что такие вот у нас планы. Через интернет кусок какой-то столешницы, который нам подходит по размеру. И сейчас идем на склад, нужно посмотреть, подходит ли он нам по цвету. Потому что через интернет может неправильно передавать цвет. И окажется, что она нам не подходит. И так мы ее, в принципе, бы уже оплатили бы. А ну, подержи ты ее подальше, посмотри. Ой, да нормально. Да. Вот такие вот у нас сейчас исходные данные для реставрации кухни. А вот этот корпус, это то, что у нас осталось. И на основе этого корпуса мы будем реставрировать кухню. И столешница была в убитом состоянии. Тоже мы ее будем выбрасывать. Что еще мы оставили от старой кухни, это ручки. Они тоже в нормальном состоянии. Они просто были грязные. Мы их вымыли. И они в нормальном состоянии будут установлены в новые фасады. С ящиками на нижнем ярусе мы закончили. Направляющие прикрутили, ящики вставили. Выдвигаются, задвигаются, все в порядке. Сейчас мы будем наводить в комнате порядок. У нас здесь такой небольшой рабочий бардак. Кроме уборки, нам сегодня нужно еще обработать помещение от тараканов. У меня здесь целый набор. Как косметика для девушек, так вот эти наборы от тараканов. Тут старый добрый мелок Машенька. Я уже 100 лет не сталкивалась с этими средствами от тараканов, потому что у нас в новостройках нет тараканов, а вот в старом жилье есть тараканы, как оказывается. Здесь какие-то шприцы с гелем, еще шприц еще с каким-то составом и мелок Машенька. Сейчас будем все это в комнате убирать и обрабатывать помещение. Девчонки, в общем, закончить уборку и уйти отсюда просто нереально. Это какой-то бесконечный процесс. Суть в том, что сейчас уже начало 9, а мы все еще здесь.
Мы все еще здесь, намываем там пол, в общем, моем холодильник, короче. Убиваем таракана. Да. Мы здесь еще, наверное, задержимся, приходится задерживаться. Ну, цепляешь одно, потом за ним что-то другое, пятое, десятое, пятидесятое, сотое, в общем, как обычно. Мы уже приехали домой из общежития. На столе часы, если что, стоят. А сейчас у нас 22:15. Богдан быстренько сейчас перекусывает и идет спать. А мы приехали из одного бардака в другой. Сковородки отмокают, надо помыть. А я сейчас делаю салат. И потом буду готовить еще ужин, варить макароны, спагетти, лапшу. Помидоры нарезала себе в салат, салатные листья. Женя не любит. Моцареллу натерла. Моцарелла, которая не в рассоле, а моцарелла, которая для пиццы, для запекания. Я ее тоже в салат натираю. Сейчас еще порежу маслины. Я еще огурец нашла и тоже порезала нам в салатик. Маслины, сыр и перемешиваем. Все, салат готов. Буду сейчас лапшу варить. Вот такую, знаете, в розетке закрученную. Это лапша из магазина АТБ, Deluxe марка. Очень вкусная лапша. И стоит она, здесь вот половины уже нет, на самом деле большой такой пакет. По-моему, около 40 гривен или чуть меньше. Очень вкусные макароны. Я их уже один раз готовила, сейчас вот буду опять готовить. Ужин у меня уже готов. Лапша уже сварилась, сосиски тоже. И сейчас я буду наводить порядок на кухонном столе. Доставать посуду из посудомойки, загружать новую. В общем, все это нужно убрать, как вы понимаете. Все, девчонки и мальчишки, я уже навела порядок на кухне. Буду уже с вами прощаться, потому что сейчас уже ровно 12 ночи. Завтра очень много дел. Завтра у нас дистанционное обучение начинается в связи с локдауном полным. И завтра я опять буду снимать день из жизни. У меня на завтра очень много всяких задач. Нужно поубирать везде, нужно сделать закупки продуктов. В общем, масса всего. И я обязательно буду снимать видео. И я очень вообще рада, что я могу теперь буквально, когда захочу, снимать видео, влоги, что угодно. Просто это меня очень радует. И радует, что для вас это интересно. Всем огромное спасибо за внимание. И всем до скорых встреч в новых видео. Пока-пока.